это. Что, девчонки, а? Вот такие пушистые комки. Девчонки. Это мальчик, да? Пушиши. Такие пушиши. Одна девочка. Вторая девочка. Мальчик. Мальчик. Мальчик и мальчик. Вот этого глазки. Беленькие глазки. Очень симпатичные, смешные такие котята. Веселые, игривые. Только поменяла лотки, трое уже сидят, писают лотки. Вот такие умные котятки. Ай, молодцы какие. Ай, какие молодцы. Ай, молодцы девочки, мальчики. Вот. Сразу все пошли в лоточек чистый, да? Умки, маленькие умки. Кто такой серьезный? Курочки. Умки. Все, друзья, давно не показывала котят. Им уже получше. Вот. Уже глазки. У некоторых еще чуть-чуть, но, в принципе, вот у этого не очень хорошие еще глазки. Но они сейчас грязные, налопались. Вот. Только покормила их еще. Вон, чумазые все едят. Эти мои красавцы. Ай, какие красавцы. В общем, разбирайте. Разбирайте. Разбирайте вот таких чудесных, красивых деток. Вот рыженькие три мальчика. А вот эти цветные три девчонки. Ой, две, господи. Две девчонки. Да? Малыш. Это называется как? Не было проблем. Купила баба порося. Ну все, пришлось забрать мне котят домой. Потому что капать их надо несколько раз в день. В приюте, к сожалению, это не получается. Надо прививать сейчас. Надо как-то гонить. И надо за ними наблюдать. Поэтому пришлось мне их забрать. А так... Ну, друзья, ищем им дом. Котята все красивые, шикарные. Просто, просто лапушки, да? Лапушки. Лапушки мои. Ах, ты что такой любопытный? Страшно было, да? Ты заяц? Ты заяц такой, да? Самая смелая. Остальные попрятались. Так и сидит. Ой, не могу, Мура. Все, ребенок поехал домой. Удачи. Вот, хулиганка мелкая. Так, это четвертый у нас ребенок. Едет домой из помета. Остался один. Вот такой вот. Как имя уже придумали? Амурчик. Амурчик, офигеть. Тигр прям, да, точно. Амур. Первый малыш у нас
уезжает домой сегодня. Пушочек вот такой рыжий. Пушочек. Пошли? Тебя ждут? Ребенок у нас уже уезжает домой. Вот такой красивый, пушистенький. Ну что, удачи вам. Ждем от вас приветиков. Все, отправляется. Эй, малыш, имя еще не придумали, кстати? Почему-то мне тут ночью пришел в голову Барсик. Барсик, понятно. Ну, прекрасно, что. Барсик, Барсик. Причем я когда еще ехал вот к вам, да, вот хорошо, что вы сказали, что там котик забронирован. Потому что у меня в душе там дочь говорит, ну, в конце концов, если что, вези обоих. Да. Кто так сидит? Кто такой виноватый?